Ну что, ребят, возвращаемся мы с вами в прямой эфир. Действительно была не долгая пауза. И у нас шестая серия игр уже. Это второй тур группы А. Напомним еще раз, что играет «Зенит» и «Фнатик». И с вами в студии Киберарены «Вилат». Продолжаем смотреть за «Интернешнл 3». Счет в серии 1-0 в пользу команды «Фнатик» после шикарной игры. Смотрим, что будет дальше. Ну и мы видим, что пошла уже вторая игра. И опять-таки «Разор» и «Алхимик» от команды «Зенит». Визажом отвечает «Фнатик». Первый пик визажа, довольно интересно. Ну, посмотрим, что с этого будет дальше, что они придумают дальше. Seconds to go. 5 seconds. Ну что? В бан улетает Никс, мы видим. И вот тут так долго времени, много времени, то есть занял именно вот этот процесс сейчас третьего бана. Как бы «Фнатики» задумались почему-то над тем, что им банить. И вот, вот он, ребят, как вам? Тимбер Соу улетает в бан. Вот это вот уже и очень элитно, то, что Тимберсоу отправился в бан. Как бы в прошлой игре, видимо, очень серьезно напряг, и на этот раз все абсолютно правильно сделали «Зениты». Просто решили героя, который вам больше всего не нравится, решить и наглым образом забанить. Ну, абсолютно правильный подход к делу. И не поспоришь же. Да, Фурион отправляется в бан и ждем, что же забанят «Зениты» четвертым баном. Ну и сразу же третий пик «Зенит» команды нас ждет после четвертого бана. Я думаю, это все прекрасно понимают. Новая система, тяжело было привыкнуть, да? Ну, очередность имеет банопиков, ну, понемногу народ все-таки привыкает, что вот сразу после бана идет пик, и сразу после пика идет бан, после первой стадии имеется в виду. Ну и мы уже тут как бы подпривыкли. Вот это вот интересно. Чена забирает «Зенит», и, собственно, у нас сейчас получается фармящий «Алхимик» с лесным Ченом. Плюс еще нужен один саппорт и «Разор», который у нас будет, наверное, опять-таки «Соломид». Ну, посмотрим, может быть, будет какое-то другое решение. Опять-таки, тут вопрос довольно спорный. Тут может быть что угодно. Ну и «Фнатик». «Фнатик», которые очень хотят показать какой-то неплохой результат. Ну, если «Фнатик» сейчас 4-0, конечно, после двух туров, это будет, конечно, очень круто. Кстати, с кем-то я сегодня обсуждал... с кем-то в превью мы сегодня говорили, будет прикольно, если «Фнатик» «Маус» в третьем туре подойдут со счетами 4-0, 4-0, а «Нави» «Зенит» 0-4, 0-4. Знаете, это была шутка, это было смешно, но, кстати, сейчас это близко от реальности. Ну, 0-4, 0-4 не будет у «Зенит», но, например, если «Зенит» подойдут 1-3, «Фнатик» могут подойти еще 0-4, да, не «Фнатик», извините, а «Зениты» могут подойти 0-4, «Нави» могут подойти тоже, в принципе, 0-4, они еще там с «Маузами» бодаются очень серьезно. Ну, то, что «Маус» не могут подойти 4-0, потому что одни уже одну игру проиграли, «Зениты» выиграли, это факт. Да, «Зениты» тоже что-то выиграли. Ну, может быть, «Зенит» 1-3, а «Нави» 0-4, да, вполне возможно.
Flyers pick. Винга от Зенитов. Угу. Radiance Band. И Lifestealer забирает Фнатики. Ну, стандартный, дефолтный их Lifestealer после Enigma для Флая, после Вивера для того же Трикси. Эра забирает Lifestealer, на Визаже сыграет у нас Ноутейл. Ну и остался герой для Хани, герой в мид. Интересно. Как бы против Разора, скорее всего, это будет. Да, то есть Алхимик Чен Винга, мы понимаем, что это. И тогда получается герой в сложную у Зенит и герой в мид у Фнатик. Вот именно этого не хватает. Совсем немного, но не хватает. Шторм Спирит, баня. Виндранер, сложно берет Зенит. Вот очень неплохой оффлейн, да, активный оффлейн, который может очень-очень много приносить пользы и в мидгейме, и что самое главное, в лейте, да, и вот, скорее всего, здесь так оно и будет. Ну и на чем будет играть Хани в миде? Да нет, нифига, это не Хани в миде. Или все-таки это будет Хани в миде на клокверке? Да. Интересно. Ну вот это вот, знаете, опять-таки удивляют немножечко нестандартностью своего пика героев сейчас. И вот я немножечко удивлен. Ну что? Мы в игре. Итак, Фнатик против команды Зенит. Вторая карта серии. Вторая и последняя, конечно же, карта серии. 1-0 ведут Фнатик. Ну и напомню вам, что на данный момент у Фнатиков 3 победы, 0 поражений. У Зенит 1 победа, 2 поражения. Ну и как всегда в начале нашей трансляции напоминаем вам, что идут также матчи на наших параллельных плеерах на втором стриме, на втором нашем канале. Каспер Инмей для вас сейчас комментирует игру Na'Vi Mouse. Там идет первая карта. Счет на данный момент 8-7, 9-7, извините, в пользу Na'Vi. На нашем третьем канале Matrix и Light of Heaven комментируют для вас сейчас игру DK против LGD. Там вторая карта, DK ведут 1-0, и счет там 4-4 на второй карте. И, собственно, на нашем четвертом плеере Maelstrom для вас сейчас комментирует игру Tong Fu Virtus Pro. Эта игра тоже уже началась, мы видим там еще прегейм, вот сейчас начинается. Так что переключайтесь на игру Tong Fu Virtus Pro. Болеем за две наши команды, и Tong Fu, и Na'Vi играет одновременно. Ну вот самый-самый-самый шанс и момент, чтобы поболеть. И, наверное, за тех, и за тех. Как бы... Все-таки мечтали мы, что не будет, да, пересекаться у нас. Не будут у нас пересекаться матчи. И будут все игры играться, ну, я имею в виду, Na'Vi и Virtus.pro будут разведены матчи. Но не получилось, вот видите, из-за того, что получились задержки на трансляциях. Ну, в итоге, немножечко матчи получились, накладываются. Но я думаю, мы с вами эту неприятность переживем. И как-то там на двух стримах сейчас и у Каспера, и у Maelstrom'а попытаемся, и вы попытаетесь как бы уследить за тем, что там происходит. Ну, в любом случае, будет интересная игра, будет очень интересная игра между этими двумя коллективами, я имею в виду Tong Fu и Virtus.pro, потому что, ну, Virtus.pro показали, что они умеют играть хорошо и умеют выигрывать, но надо им додавливать, да, надо им додавливать, вот да, не смогли додавить ликвидов. Сейчас они будут играть против команды, которая является одним из фаворитов турнира, и вот это будет, конечно, очень, очень интересно.
Так, ну что, XY мы видим с Эрой тут. Настреливаются друг с другом довольно серьезно, так. Ну, а мы будем следить, наверное, за тем все-таки, что происходит и в миде, и снизу. Ну, снизу фармит Ice. Здесь, в принципе, более-менее то, что происходит, абсолютно понятно. И будет дальше он здесь фармить, как бы мы это с вами прекрасно понимаем. Вот Трикси, да, Трикси, ну это Трикси. Трикси знает, что делать своим флеймвивером. Он уже на этом, на этой позиции, на этом герое отыграл миллионы игр, и это мы прекрасно понимаем. Так что тут Трикси уж не потеряется, будьте уверены. Но Тейл нападает на XY, заставляет того сейчас потратить, наверное, что-то. Ну, XY, мы видим, ничего не тратит, он еще и разводит Ноутейла, делает вид, что сейчас будет заряжать пауэршот, но этого не делает. Красавчик XY и очень хороший контроль героем. И вы смотрите, еще раз Ноутейл, и вот на этот раз мы видим, посерьезнее так прохарасил XY. Ну, XY до конца ждет, чтобы завязать виндран, к тому же не особо ему тут этот виндран, мы видим, понадобился. Там нету как бы слова Assumption, и Ноутейл, вот сейчас интересно, и вот теперь виндран, будет ванды или не будет вандов. Мог бы пытаться дать эра ванды, ну хотя бы одну тычку, и потом слова Assumption, но дэмджа не было, не пробило бы, наверное. Ну, может бы пробили, черт их знает. Ладно, Трикси, Трикси здесь против Айсайса, спокойно на линии. Эра! Ох, вот он, фарсблат! Все-таки вот там, где я и предполагал. Я очень был близок от того, чтобы пропустить первый фарсблат за день. Но вот вам, хейтеры, пока Вилат ни одного фарсблата не пропустил. Вот сейчас чувствую, уже накаркал, и в следующей игре гаплык мне просто. 6 подряд пропущу. В любом случае, считая с вчерашними матчами, у меня уже стрик просто 10 игр без пропущенного фарсблата. Это прям уже успех. Ачивка прям в доте должна у меня быть специальная. Так, XY, проблема идет сюда, кстати, уже и флай, но тут беда. Тут уже 100% фраг. XY ждет, конечно, до конца, его еще будет стопить, и он тут на виндране никуда не убежит. Пытается, он, конечно, уйти и просто сбривает его Ноутейл. 2-0. Фнатики, конечно, мощны в начале. Ну и опять-таки два фрага первых на себе зарабатывает оффлейнер команды Зенит. Что-то тут не так с ним. То есть, вы помните, начал он в прошлой игре 0-2, и сейчас тоже 0-2. Хани. Смотрите, Яматех его избивает. Тут же Ноутейл. Ноутейл без маны. Коги. Здесь тоже без маны Яматех. Но у Яматех это дэмэджа 160. Как бы 160 дэмэджа, вы сами понимаете, это довольно дохрена. Ну, учитывая, что у Хани сейчас минус 40 дэмэджа. То есть, он хиляет ключом своим гаечным. Бьет по спине и лечит тебя. Какой-то жесткий чувачок. Там смотрю, что Virtus.pro набрали. Там, да, началась игра Virtus.pro против Tongfu. Напомню еще раз, StarLadder 4 плеер. Переключайтесь туда. Virtus.pro Tongfu. Там есть на что посмотреть. И Virtus.pro делает First Blood против Tongfu. Смайл делает ФБ в матче Virtus.pro Tongfu, и Вилата сейчас поднялось строение. Нави 16-7 ведут у Маусу, все отлично. Фнатик ведут 2-0 у Зенита, все хорошо. Европейская дота рулит, а СНГ тем более. Ну что же, Эра. Эра, мы видим, есть у него фейзы уже, к тому же имеется по-прежнему Квиллинг Блейд и Ринг Базилиус, X-Wine, Виндранер, Boots of Speed, тут пока Iron Branch, Healing Slave, ничего, ну, ох, Эра, хорошо, так продаважил X-Wine, здесь же Ноутейл, 0-3. Ну вот, связал он, конечно, Эру, но это Killing Spree, это третий фраг Ноутейла, и Нави 3-0, Нави, боже, Фнатик 3-0 ведут. Вот это вот интересно. Здесь уже к Тавру добрались сейчас Фнатики, ну и что у нас происходит? У нас пока ничего не происходит. Ну, XY уже боится подходить, потому что понимает, сейчас опять-таки залетит, ему просто-напросто в лицо Малифайс. Да, я в прошлый раз, кстати, в прошлой игре я один раз Midnight Pulse нажал Малифайсом, извините. И будет беда, опять-таки, мы понимаем, что начинается все с вандов, потом идет Грейв Чилл, потом идет Малифайс. И бедный Ху не знает, что делать, вот он Малифайс. Вот он Грейв Чилл, Ху пытается связать и связал.
Но тут еще и Ванды взлетает, там Плюхандрик, тем более Чена сейчас убил Клакверк. Ну и ху. Четвертый раз Тавер. Ну это уже наглый фит. Зачем же ты сюда идешь вообще? Это уже наглый фит. 5-0. Фнатики сейчас просто on fire. Фнатики действительно сейчас очень классно играет. А параллельно хвост свирепствует в матче Na'Vi Mousesports. International входит в свой кураж. Я вот тоже начинаю ловить кураж. Трикси тем временем здесь убили. Тоже начинаем все ловить кураж. Начинаем следить уже за четырьмя матчами, параллельно идущими во всех группах и так далее. Это, конечно, круто. Так, 5-1. Фнатик, 7 минут игры у нас прошло. Тауэр здесь забрали. Легкую линию развалили просто-напросто под самое не хочу. Забрали Тауэр, забрали 4 фрага здесь. Все просто как-то аж слишком хорошо сейчас идет для команды Фнатик. Ну, посмотрим, что будет дальше. Эра. Бить крипов. Это он умеет. XY 13 крипов убил. Ну, вот 0-4, да, учитывая, что у Эры, то, кстати, не тоже не особо. Ну, как не особо. 41-16. XY уже ничего не боится на этой линии. Мы видим Трикси. Тем временем 6-0. Есть одна смерть. В миде у нас Хани, который фраг уже один заработал. У него 18 на 5 криптов. Ну, понятное дело, это не может устранить схемотехом. 39 на 10. Но все-таки Клакверк. Но потом, может быть, будет, скажем так, полезнее. Эра. На XY. Смотрите, как больно он ему делает, а? Здесь же Айс, Эра и выйдет. Все нормально. То есть тут, конечно же, не все так просто. А вот то, что сюда уже бежат пацаны, вот это уже проблема. Тут уже Хани. Хани уже готов хукшотать кого-то. Есть рядом Урсач. Урсач клэпает, ну и Хани немного заслоился. Хани по тавер врывается на XY, закрывает его бедный виндранер. Мне уже начинает быть жалко немножечко. Ну и очередной раз минус XY. 0-5 уже у него. 6-1. Общий счет в пользу команды Fnatic Dota. Ну и что? Барабаны купил, принес себе, точнее, Эра. Мы видим, это два тавера забирает здесь Fnatic. Тут спокойно оставили одного Трикси. Зенита не знает, что делать. Айс левел 6 Винга, конечно, хорошо. X-Freedom левел 4 Чена. Сайсай здесь в лесах тусуется. Ну и Яматех. Ну, что Яматех? Яматех Разор. Ну что же, смотрим дальше. Зенит. Яматеха. Яма. Есть Magic Wand, есть Брасер, есть Фейзы. Ну, восьмой левел, конечно, хорошо, но мы видим, что восьмой левел также и у Алхимика имеется. Там восьмой левел Клакверк, восьмой левел Найкс. Ну, у Найкса там и фрагов, и товаров. И вот вы посмотрите, на Нетворс 4-8, под Алхимик 5-300. То есть Алхимик и ССС еще впереди по Нетворсу. Ну, конечно же, четвертая монетка. Как бы намекает, что по Нетворсу довольно просто впереди. Хани, 1000 голды имеется. Интересно, какой будет, собственно, айтем билд у Клакверка. Battle Fury! 10-я минута Battle Fury! 9 минут 30 секунд Battle Fury покупает Алхимик. Привет, мой свет! И смотрите, с четвертой монеткой ему тут настакали. Просто нереальная куча денег летит сюда ему сейчас. Этот Алхимик, это будет проблема для команды Fnatic. Это факт. То есть Fnatic ведут 6-1. Вот 10-я минута, а у пацана 6-300 нетворс, то есть ГПМ 586. Я не знаю, откуда он берет столько денег. Ну, я знаю, но вот ему помогает просто команда. Действительно, здесь стаки, здесь стаки, здесь стаки. И плюс линия. То есть забили на него Fnatic. Fnatic решили сначала одну линию сбрить. Сейчас будут сбривать линию под номером 2. То есть по миду, а потом уже будут, наверное, что-то придумывать в плане других линий, да? То есть уже идти на низ и тогда уже пытаться контрить как-то там этого самого Алхимика, который только что ПТС купил. Ну, есть тут и долончики 4-го левела. Мы видим Разор, минус армор от Винги, и уже не так весело здесь, Фнатика. Стан по Разору. Клокет минус Виндранер. Ну, вот я только сюда мышки кликнул. XY! 0-6. И еще? Почему бы и нет, правда? 0-6 это только начало. Ну что же, здесь смог мы видим от команды Зенит.
Freedom, Ice и Yamatech побежали сейчас в атаку. Будут бежать не сюда. Тут Тауэр забрал Алхимик. И вот здесь можно хорошо принимать здесь Фнатика. Или же Ноутейла. Ноутейл. Ноутейл палит движуху Пепси. Ноутейл получает стан. Пристались Ноутейлу. Надо на него забивать. Просто Ноутейл раскастовался. Ну, как раскастовался. И еще и минус Хани, скорее всего. Будет стан? Нет, не будет. Хани уйдет. Но в любом случае неплохо. Неплохо вылезли. Убили Ноутейла. И собрались все вместе. Можно, наверное, как-то пытаться понапрягать Тауэр. 7-2 в пользу Фнатика. Здесь у нас счет. Кстати, я так понимаю, Нави выиграли там игру. Да, Нави выиграли у Маус первую игру на параллельном нашем стриме. С чем поздравляем всех болельщиков Нави. Молодцы, Нави. Ну и Virtus.pro 4-1 ведут пока. Вот он фул. Вот там, конечно, все очень круто и все интересно. Эра спокойно кусает у нас тут кентавров. Винга... Винга какой? Винга 6 левел и X-Freedom. Вот, есть 6 левел у Чена, и мы видим, что начинает он собирать себе понемножечку Ганим. Скоро он у него где-то появится. Ой, боже, Ганим, мека, конечно же. Скоро она у него появится. Но Фнатикам надо бы подсобраться. Потому что вот графики, если включить, ведь Зенит по деньгам-то ведут. И Эра тут проседает. То есть счет 7-2, фрагов наклепали. Но Зенита ведут по деньгам и ведут по XP. Потому что бешеное количество денег здесь у ISS. БКБ уже на подходе. Лол, это 13-я минута. И вот атака на ISS. Итак, смогут ли его убить? Бежит сюда уже Найкс. Здесь уже и закончился ультимейт. Ну, обидно. Айс-айс-айс. И еще и взорвется он здесь. Суицид! Фух, почти. Я думал, просто-напросто он сейчас взорвется и засуицидится. Было бы очень смешно. В любом случае, остановили все-таки вот этого супер-алхимика. Правда, здесь сразу атака от зенитов. Бесполезный XY мы видим с фейзами. 0-6, бежит 31 крип. Но что, неужели останется здесь Эра? Эра остается, Эру свапают, Эра. Эра входит в рейдж. Эра продолжает драться. Здесь вцепился в него Яматех. Больно довольно Яматеху. Две птицы его застанили. И все, бежать. Ху, ты что делаешь? Успокойся, братишка. Что тут что будет? Больно, Клокверк врывается. Ух, угадайте, в кого. Угадайте, в кого врывается Клокверк и кого сейчас избивает команда Fnatic. Минус XY. Айс, Айс, куда ты пошел? Грейпчилл получает от Ноутейла плюшку. Айс, лол, ну что ж так видят зениты-то? Погоня дальше. Эра, мы видим, бежит за командой, за командой Зенит. Ну вот действительно, очень-очень много детских ошибок делает Зениты. То есть, ну, все может быть намного лучше. Но здесь 10-2. Они ведут по деньгах. У них все хорошо. Бери и заканчивай игру. Ну вот, нет, не хотят они так. Хотят они с экшеном, хотят они с движухой, хотят они, чтобы было круто, весело и куча нервишек было. Так более привычно для них. Ну, вообще, все равно, несмотря на то, что здесь происходит, есть преимущество сейчас у команды. А, ну что, пришла информация сейчас от Факера из Сиэтла, что стали известны англоязычные корреспонденты, которые будут работать на интернешнале и брать интервью и освещать его для англоязычного комьюнити. Ими будут Зои и Пирион Флакс. Непонятное мне решение, не знаю, кто намашнил, ну, абсолютно непонятное решение, если честно. Я думаю, что журналистов немножечко побольше есть, которые достойны того, чтобы поехать и делать там какой-то контент и так далее. Ну, да ладно, не суть важно. Итак, зениты на Т1 Tower будут нападать. Так, птица села. Залетел рокет. Ну вот мы видим дефит. Дефит, Фнатики не хотят отдавать, потеряли кентавра. Здесь парни зенит.
Клокверк врывается в Айсайса вместе с Найсом. Свап. Отлично. Айсайс БКБ будет драться сейчас. Связали Трикси. Трикси выхили. Отлично. Отлично убили Трикси. Можно драться. Можно драться с ДД. Здесь у нас Яматек. Ну, Яматек почему-то убегает. Лол. Ну, потому что как бы все остальные поумирали, что ли? Нет, Винга только умерла. Развернитесь, деритесь, как бы, да, алхимик там, его что-то пошли домой, и он уже снизу фармит, потому что его не успели убить, Винга просто шикарно. Такая молниеносная у нас была драка, вы знаете, просто врывы, и от Клокверка был с Найксом, едва-едва повыживали. Здесь мы видим Эра Армлет пока. Ну, Эра все хорошо. У Флая мы видим тоже есть мека. Ну, БКБ будет все делать. Если сделать БКБ, будет, конечно, все мега элитно. Ну, хотя Винга, она все равно есть. Тут как ни крути. Ну и здесь забирает, забирает один тавр по миду. Ну так напугал, напугал немного Яматех. Эра, Эра вгрызается в Яматеха. Нет, это просто такая... Нет, вгрызается все-таки, смотрите, там стан залетел. Айсайсайс будет станить, Айсайсайс. БКБ у него откулдаунилось. Здесь хорошо ворвался у нас как раз визаж, разломали Яматеха. Хани, Хани, два живой, Блэк Холл. Отличный Блэк Холл, надо убивать Айсайсайс, Айсайсайс, два живой, там ха! Ху, как я говорю, ха, боже, ху, хотел связать. Связал, конечно, он отлично, XY, но этого не хватило. Мы видим, Хани разменяли, опять-таки, на Яматеха и на Айсайсайса. И если бы там не связка XY, ху, которого я ха назвал потом, еще как-то, то было бы все намного хуже. Вот цепляется Эра в него, и проблемы здесь у XY очень серьезные. Побитый он рядом у нас, Ноутейл, медальон, плюшка. И будет ли Соло Сомшин? Он в Айса залетает, Соло Сомшин. Здесь же Трикси, минус Айс. Икс-Фридом пытается убежать здесь от Эры. Рядом Икс-Вай. Ну вот гоняют, гоняют Фнатики команду Зенит просто по полной программе. И не дают им спокойно существовать. Ракета прилетела. Ну что ж, здесь Яматех. Ну, БКБ, БКБ. То же самое, что в прошлой игре, понемногу выходит в БКБ. А Айсайсайс мы видим. Ну, щиточек там валяется, это старый. Кира со следующим будет. Пока Айсайсайса в драках убивает. Ну да, очень много фокуса он получает. Там уже последние драки был очень хороший блэкхол от Флая. Но все равно свою пользу он носит. И пользу носит очень-очень неплохую. Грызлись. Свап от Айса. Стан Флая. Айс проседает. Эра за ним. Чен выхилил. Айс здесь, скорее всего, уже умер. Айс умирает. Да, здесь Яматех. Флай пытается убежать, но что очень больно. Здесь же две птички. Птички. Одна села, вторая села. XY связывает Эру. Эра пытается убежать. Здесь же Флай. Флай продолжает домашний. Айс-Айс-Айс. Айс-Айс БКБ. Хани понял, что надо убегать отсюда. Айс-Айс-Айс. Стан через 3 секунды. И осты пошли домой. Лол. Лол. Вот это фейл. Вот так фейлить нельзя. Да, ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Ну что, XY. XY мы видим настреливает здесь довольно серьезно. Он не настреливает, а пулит. Но вот сразу же начал платиться за это. Потому что тут 3X. Оп, 3X видит Айсайса. Айсайс не палится.
Ну и минус Рошан. Я по своей старой привычке, как будто я сижу на лане, не показываю, как убивает Рошана. Вот очень часто за собой эту тему замечаю. Ну типа, а вдруг типы услышат, которые сидят на сцене, как бьют Рошана. В первой доте, я помню, когда-то кто-то жаловался даже здесь во время одного из ассов. Что типа слышно. Айс-айс-айс, фармит Эйнштаб, залетела птица, видит это дело, села. Так, и будут мешать Айс-айс-айсу, вот он слоу. Хороший шейкл, Эра получает, и Эра просто теряет Эгис на ровном месте. Забежал Яматех. А Эру-то что, бросили? Да, Эру бросили, получается. Эра пытается уйти. Ну, не совсем бросили. И вот теперь Эра на развороте. Очень больно Яматеху, Эра один. Да что ж вообще делают Матьки сейчас? Залез, но Тейла умер, здесь же Хани ворвался, Эра умер. Флай не знает, что делать, Хани тоже сейчас умрет. Что они вообще делают, лол? Они просто по очереди пошли в узком проходе, четверо умерли. Учитывая Эгис, и сейчас еще умрет Флай, да, вот он, свап, Флай, лол, это минус 5. А ты Зенит, Зенит сейчас просто взяли и вернулись в игру. Фнатики, такие фнатики. Это борода просто. Как же Трикси еще не встрял здесь? Да, это не весело. Яма-яма-яма-теха. Все у него нормально, кстати. Вот БКБ сейчас есть, и с БКБ уже пополезнее он становится. И мы смотрим графики, и мы видим, что двушку ведут Зенит. Ну, по XP проигрывает только что 7500 Зениты. Осталось две. Даже меньше, 1500 XP. Одна драка. Ну, это даже не драка была, это просто был фид от Фнатика. Они просто шли и фидели. Да, и это, конечно, очень-очень неприятный момент сейчас получился. Я не знаю, как сейчас будет с этой ситуацией выходить, опять-таки, ребята из Fnatic, потому что, ну, Clockwork это, конечно, элитно, да, вместе с Найксом. Ну, Вивер тоже скоро дэмэдж наберет. Но вы посмотрите на этого алхимика. Кираса, БКБ, Battlefury, и Разор тоже БКБ, и мы видим, что Аганим собирает, я надеюсь. Плюс имеется Чен на саппорте. Плюс Виндранер уже не очень бомжеватый. Три фрага уже XY сделал. И вяжет в драках, мы видели, очень хорошо. Так что пошла-пошла жара уже у Зенитов. Проснулись. Не хотят они стату 1-3, хотят они стату 2-2. А Нави пикнули СФ. Вот это вот вообще круто. Да, напоминаем, параллельный матч. Virtus.pro, StrongFu, 11-9 на первой карте. Нави с Маус напикали только что на карте второй. Нави 1-0 ведут. И LGD против ДК 16-7. И LGD сносит мид. Там, скорее всего, 1-1 будет еще сейчас. Так. Сильно-сильно так рубит сейчас Айс-Айс-Айс. Вот он в ульте, будут Фнатики, понятное дело, переждать этот самый ультимейт. Мы идем очень далеко отсюда Трикси. Трикси сплитпушит, понятное дело. Трикси обожает заниматься этим. Ну, на этот раз не на сложной, на легкой линии, но в любом случае все равно обожает заниматься этим Трикси. Хороший такой сплитпуш. Ну и что здесь? И побежали Зениты в смоке куда-то. Посмотрим, куда же они пойдут. Да, все, выиграли LGD, LGD, ДК 1-1, закончился там матч, собственно, группы А, ну и у LGD, и у ДК по 3 победы и одному поражению сейчас. Вот так, единственная команда в группе А, которая не проигрывала, это Fnatic. На данный момент. Ну что, тишина на карте. И одни, и вторые не особо знают, что делать, не особо спешат. Или не особо хотят что-то делать. Рошан 5 минут, Хани вместе с Найксом ворвался на разор, разор БКБ. И здесь толпа. И опять-таки в узком проходе. Ну, не убили, не убили. Не хватило дэмэджа. У них все-таки есть Чен, есть БКБ. И за счет этого выживают.
И хорошо выживают ребята из Зенит. То есть врывы обычно у нас идут, да, мы привыкли на либо на товарища Алхимика, либо на товарища Разора почему-то. Ну, потому что эти обычно подставляются, да, эти обычно стоят и особо там не переживают, что на них сейчас нападут. И поэтому на них и нападают. Ну, а на кого же еще, если не на них? Fnatic Fly, мы видим, есть Soul Ring, есть Мека, есть Ogre Club, все нормально, 13 левел, то есть как бы дела хорошо. Эра, ну да, есть его Сенжин Яша любимая, есть его Армлет. Что дальше? Дальше непонятно. Вот очень тяжело даются драки сейчас с Fnatic, и вы знаете, с каждой следующей минутой они будут даваться еще тяжелее. То есть... это надо понимать команде, хотел сказать, из откуда-то. Но это, вы понимаете, какая-то сборная солянка, поэтому это не команда откуда-то, это просто команда. Команда отовсюду, скажем так. Трикси на топе 2500 денег у него сейчас. Надо еще, конечно, немножечко. Ну, не знаю, что тут будет покупать. Понятно, что это Vitality бустер куплен тупо на то, чтобы немножечко хп было. Потому что, ну, очень мало хп, как бы, Трикси. Смотрите, вот, Айс-Айс-Айс. Ну, конечно. Сентривард стоит. И на Айс-Айс-Айс на развороте. Опять-таки по центре он бежит. Ну, вот, и что? Обить его чем? Вот сюда бежали, бежали толпой, типа, что у Энигмы бы даггер, Энигма бы прыгнула, там, засловила, там, застанила, было бы круто, но не так все просто. КБ тут, кстати, появляется у Флая, то есть более-менее дела пойдут. Ну, мы видим на топе, падает Тауэр. Зениты наконец набрали смелости, забрали Т1 Тауэр на своей сложной линии. Сейчас пойдут сразу на Т2. Абсолютно не боятся ни того, что Fnatic сейчас ворвутся. Не знаю, почему не боятся. Видимо, потому что нечего бояться. Там, Латару Айс-Айс-Айс. Не понимаю, зачем он его купил вот сейчас. Вот, абсолютно не понимаю. Как бы, чтобы выживать, ну, может быть. Как он спасет? Ну, не скажу, что это самый полезный артефакт. На данный момент, который мог бы приобрести Айс-Айс-Айс. Да, зениты просто показали сейчас на топе, показали свои намерения и сразу же отсюда поубегали. Собственно, ну и драки у нас не будет. Зато Рошан появится через 1,5 минуты. И это довольно важно. Посмотрим, кто его будет убивать, самого Рошана. Ну, я думаю, обе команды будут на него охотиться, но вот как получится, это я уж не знаю. Ну что же, Яматех фармит пока свои леса, рядом мы видим тут X-Freedom, рядом же XY, прилетел, гоним Яматеху, вот-вот, теперь вообще все мега опасно. Теперь надо быть очень-очень осторожным. То есть, как бы, врывы сейчас на Яматеха, которого, к тому же, уже очень много хп, да, 1700. Он, когда включит Аганим, это вообще забей, там столько дэмэджа валит. По товарам, как бы. Armor Reduction, ух. А, там же Кираса еще. Это уже проблема. Это уже действительно проблема. Ну что, Айс-Айс-Айс, 2600 денег. У него, кстати, купил ли что-то себе Вивер. Вивер 3500 еще пока ничего не купил. Вивер с линии не уходит. Он фармит чисто одну линию и отсюда не идет. Ну, понятное дело, что Fnatic тоже не особо хотят куда-либо сейчас двигаться. У них все спокойно. Сосредоточены ребята, работают. Трикси. Айс-Айс-Айс. Взрывается. Трикси застанил тоже.
Ну и Триксия отсюда убегает. Веселый получился момент. Нарошана зашли в Фнатике. Очень быстро им надо его бить. Нету Триксии, и Эра почему-то очень долго думает. Ну вот все, надо очень быстро действительно убивать Рошана, потому что эти пацаны, конечно же, хотят. Тут есть смоук. И мы видим, тут рокеты летают. Уже вообще не скрывает того, что они на Рошане. Сейчас парни из команды Фнатик. Да, и отдают. Зенит и Зенит просто не успевает. Разве что на подходах могут подраться. Но, наверное, все-таки не будут. Или будут. Эра один догрызает. Есть Аегис. Врыв. Врыв от Яматеха. Там... Ой, хорошо связали, как Флай. И Флай не успеет БКБ прожать. И ничего не успеет сделать Флай. Он просто его разрывает на запчасти. Эру свапают. И дэмэджи нереальное количество здесь у Яматеха. Эра умер. У Яматеха по-прежнему 280-270 дэмэджа. Ну и вы видите, как, он, как больно сейчас будет Эрик. Правда, он отъедается. А то Айсайс серьезно довольно отъедается. И забашил. Айсайс развернулся, ушел. Хани! Трое в коге стоят! Просто расстреливает их! Хани, что ты делаешь? О-ло-ло, отсыпни! Минус 5 в исполнении команды Зенит. Хани закрывает троих своих когами. Их просто-напросто расстреливает парни из Зенит. Минус Аегис. Минус 5. И... наверное, в группе А не останется ни одной команды без поражения. Ну что? Да, Айсайс вместе с Яматехом здесь забежали просто на хайграунд. И месяц неистово этот самый хайграунд. Сразу низ, сразу же низ. Конечно же, сразу низ. Тут нечего ждать, нечего тут придумывать. Шикарная была драка, и надо реализовывать абсолютно максимум. Вверх не снести, потому что два тавра стоит, но две линии упали у Фнатик. И вот выиграть здесь без двух линий, это, конечно, нереально. С таким алхимиком. И плюс там же с таким разором. Вы видели, как убивали разора, да? Сказ можно написать о том, как убивали разора. То есть просто-напросто он на него влетели и ничего не могли сделать ему. Он включил ульт и всех убил. Хороший герой Разор. Прикольно, что он начал все чаще появляться в пуле. Ну, посмотрим, какие его перспективы, скажем так, в плей-оффе. Часто ли мы его будем видеть в плей-оффе, до которого еще, конечно, далеко, но где-то он вот уже рядом. Да, ну что, в параллельных матчах Virtus.pro, к сожалению, проигрывает уже довольно серьезно. Тонгфу на первой карте. Там Тонгфу идут медленно, уверенно к своей третьей победе. 2-0, напомню, выиграли не у Orange. И сейчас могут повести 2-0 у Тонгфу. Ой, 2-0 выиграли Тонгфу Orange. Тонгфу сейчас могут повести 1-0 у Virtus.pro. Ну, там 21-13, да, и там действительно печальная уже ситуация немножко для Virtus.pro. Ну и Нави начали вторую карту, проигрывают они 0-2 у Маус. Переключайтесь на эту игру. Напомню еще раз, второй наш канал. Twitch.tv/StarLadder2. Каспер и Inmate это дело для вас комментируют. SSI снизу. Там в Трикси. Раз, два, три. Вот так вот. Как вам? Очень сильно. Я бы сказал, очень сильно. Ну и тут вот бегут на перехват сейчас Фнатики просто всем составом, чтобы поймать этого алхимика, у которого просто ГПМ 774 сейчас. $25,000 net worth, все нормально. SSIS, ну тут умрет, конечно. Без ульта, не знаю, что это далеко зашел, но в любом случае его команда на топе, он тут же сделал байбек, сейчас прибежит к своим пацанам, и зениты будут заходить на топ. Т2 тавер точно здесь падает без каких-либо шансов. Да, и пойдут дальше. Ну что, заходим мы на ХГ или нет?
Пабум-пабум, пабум-пабум. Ну что, будет Зенит нападать? Или все-таки Фнатики решатся сейчас в смоке как-то выйти из своего хайграунда? Ну куда тут выйдешь? Как бы, да, линия здесь распушена. И ну что тут сделает Трикси? Трикси ничего не сделает. Так, на тревелах Айс-Айс уже перелетел сюда. Видим 2700. ДД. Мама не горюй, сейчас в ультимейт войдет. Просто там будет триллиард дэмэджа, да? Вот разор в БКБ просто, чтобы его не парили. И начинает бить тавер с ультимейтом. Знаете, ультимейт тоже валит тавера с Аганима. Вот, птичка умерла. Здесь крайне ворвался и просто с двух ударов его тут сбивает. Айс-айс-айс. Птичка по дороге умерла. Вгрызается сейчас флая у нас Яматех. Флай тоже лопнула. Айс-айс-айс стоит в стане. Ну, свап, кстати, там эры. И эра тут фикси. Ох, какие куски. Ох, какие куски отлетали. Good game of play, 1-1. Все-таки в группе А не осталось ни одной команды, которая бы выиграла все матчи. Напомним результаты во второго тура группы А. Сейчас мы Dignitas выиграли 2-0 у MUFC, DK LGD сыграли 1-1, Zenit Fnatic сыграли 1-1 и Mouz Na'Vi, вот идет вторая карта, там пока только 3-2 счет в пользу Mouz, там еще все, абсолютно все впереди в этой самой группе. В любом случае, уже идет у нас следующий раунд матчей. Уже идет следующий раунд матчей, ребят. Уже на стриме у Матрикса идет игра Orange против Liquid. Уже на стриме у Мэлштрома идет игра Tong Fu Virtus Pro. Она уже заканчивается, там первая карта. И здесь я беру паузу, довольно недолгую, я надеюсь, паузу, минут на 5-10. И LGD International против Rattlesnake. Это будет второй тур под группы Б. Уходим мы с вами на 10-15 минутный перерыв. LGD Int против Rattlesnake. Никуда не разбегайтесь, это будет следующий матч у нас здесь в стриме. Так что никуда не уходите, и мы к вам вернемся буквально через, я думаю, минут 10-12-15.